Друзья, добрый день! Сегодня мы смотрим с вами дом в станице Северской, станица Северского района, центральная районная станица. Дом будем смотреть на 500-ках земли. Ну, был побольше участок, здесь вот разделили, два домика образовалось, заборы еще не установлены, но будем пока осматриваться как есть. Площадь данного земельного участка у нас составляет 5 соток. По ширине фасада 16 метров. Сейчас покажу, как будет установлен далее забор. Домик у нас 22 года постройки. Блок, утеплитель. Сверху декоративная штукатурка караед. Давайте пройдем по участку. Ориентируемся по забору на вот дерево. Посерединке между домами будет установлен далее потом забор. Далее участок такой вот, он Г-образный получается. Вот сюда заворачивает. Ну вот, собственно говоря, вот отсюда уже начинается территория нашего земельного участка. По саду сидит здесь вишня, черешня, яблоня, абрикоса. Ну, собственно говоря, парники здесь не устанавливались. Да, для того, чтобы что-то такое, огорода картохи растить, на 500-ках особо не вырастешь. Так, вот вся наша площадь земельного участка. Есть надворная постройка. Это банька. Давайте зайдем ее посмотрим. Баня здесь из бруса на фундаменте. Внутрь мы заходим, бетонированный пол, такая небольшая комнатка отдыха, она еще в состоянии доделывания бани, но в целом уже основное тут сделано. Печка установлена, и вот здесь предусматривается парилка. Да? Ну, прошу прощения за свет, по-другому не получается, свет пока здесь у нас не функционирует. Так, с баней определились, посмотрели. С вами находимся в станице Северской. Центральной районной станице Северского района. Станица большая, численность населения на сегодняшний день уже 30 тысяч. Станица растет, строится, много новых домов строится, многоквартирка зашла, здесь также строится многоквартирные дома, я имею в виду. Школы, садики, всего здесь этого хватает. Спортивная школа здесь есть, не одна. Магазины «Пятерочки», «Магниты», пожалуйста. Тут есть такая популярная магазинчик «Копилка вкусов», такой местный магазин. Кафешки, маленький ресторанчик. Есть свой парк, сквер. В общем, такое достаточно популярная станица Краснодарского края. Ну что, по поводу дома. Дом, напомню, у нас 22 года постройки. Блок внутри, утеплитель. Далее штукатурина, декоративная штукатурка караед. Дом на ленточном фундаменте. Лента, плита, цоколь, все как положено. Крыша двухскатная, накрыта профлистом. И вот мы видим, что перед домом из кухни-гостиной делается терраса. Предлагаю зайти в дом и осматриваться уже внутри по планировке и по внутреннему состоянию. Так, ну что, друзья, давайте будем осматривать дом. Сегодня в формате видео «Я за кадром». Смотрим просто с вами дом. Мы с вами на входе. Это у нас коридор. Коридор достаточно просторный, 9,6 квадратных метров. Напомню, что дом новой постройки. Вот прям свеженький. Стены здесь под покраску. Все выровнено, все окрашено. На полу лежит линолеум. Линолеум цветом под ламинат. Потолок натяжной матовый. И из прихожей у нас идут далее помещения. Здесь у нас две спальни и большая кухня-гостиная. Давайте начнем осмотр жилых помещений. Первая жилая комната площадью 15,5 квадратных метров. Комната большая, светлая, просторная. Как я люблю дома в светлых тонах. Уверена, что многим это тоже нравится. Как-то такое воздушное какое-то ощущение пространства. В общем, здорово. Система радиаторного отопления у дома везде сделана. Дом прям чувствуется, что тепло. Далее переходим в следующую жилую комнату. Да, тут еще идет ремонт, поэтому где-то дверки установлены. Здесь пока нет. Значит, данная комната по площади у нас 13 квадратных метров. По ремонту здесь на полу лежит линолеум, также под ламинат. Стены здесь уже оклеены обоями. И потолок натяжной матовый. Также в светлых тонах выполнена данная комната. Далее мы идем и смотрим с вами следующее помещение. Это помещение ванной комнаты, санузла. Площадь его составляет 6,5 квадратных метров. На полу лежит плитка, нерабочая стена
Также здесь под покраску штукатурка, а вот рабочая стеночка выложена плиткой. Ну, здесь предусмотрено под душевую кабину. Да, чтобы мы не потеряли санузел, санузел расположился вот здесь, в уголочке. Потолок в санузле натяжной, тоже матовый. Далее мы с вами возвращаемся в прихожую, да, чтобы было понятно. И сейчас будем осматривать зону кухни-гостиной. Кухня-гостиная в данном доме совмещена, большая, современной планировки. Площадь ее составляет 29 квадратных метров, общая площадь. Сейчас мы с вами разберемся. Значит, давайте смотреть. Если мы говорим про зону гостиной, то это вот сюда. 17,5 квадратных метров. Ремонт сделан здесь полностью. На полу лежит плитка, теплый пол разведен, стены, где-то обои, где-то вот такая декоративная штукатурка, очень интересно сделана, ну, типа под лофт. Ага. Стены оклеены обоями, сделана арка, не круглая, а такая, да, прямоугольник. Ну и далее в прямоугольной кухне-гостиной, далее у нас зона самой кухни. 12,5 квадратных метров рабочая зона. По ремонту также плитка лежит на полу, стены частично под покраску, частично под такой вот декоративный камушек. Рабочая стенка сделана. Кухонный гарнитур, как говорится, в процессе, поэтому хозяйка вот так его симпатично организовала, зашила. Что касается потолка, также здесь натяжной матовый потолок в одной и в другой зоне. Большая, просторная, светлая кухня-гостиная. Обратите внимание, что у нас две световые зоны, скажем так, да? Одно окно, второе окно с выходом на террасу оба. Мы с вами видели, с улицы идет строительство террасы, и выйти можно будет с двух сторон на нее. Да? Вот. С одной комнаты, и, ну, это зона кухни-гостиной, я имею в виду, и зона готовки также есть. Выход, да, также можно будет выйти на террасу. Терраса прямо огромная. Ну что, дом мы с вами весь осмотрели. Площадь данного дома, напомню, 74 квадратных метра, земельный участок 5 соток. Стоимость данного объекта составляет 6 миллионов. Дом 2022 года постройки, мы находимся с вами в станице Северская. Если такой вариант объекта вам подходит, пишите, звоните, с удовольствием вам его покажем.